Всем привет! Сегодня будем смотреть данки SB высокой модели. Какие-то олдскульные баскетбольные кроссовки, которые подходят и для скейтборда, конечно. Когда-то эта модель была наоборот построена в цвете. Там, где черное было желтым, там, где желтое было черным. Но тут еще такой момент, что оно изменяет положение. Это типа какой-то баскетбольный вариант с духом Wu-Tang Clan и прочее там вообще просто. Тут вот меняется как бы картинка данк. Вообще, это вообще другие виды кеды. Очень плотные защитные моменты на кости. И стандартная плотность самих сапог. Сейчас будем пробовать. Крутые кеды. Жалко даже столько флиповать не. Вот стоят. Значит, данки, да? Так. Какие-то другие данки. Или Джорданы уже стали. Интересная модель. Дошел слушок, что эти кеды были посвящены университету штата Айова. И там связали все с Вутенгом, как бы. Вот. Так, начало теста пошло. Смотрим, в каком состоянии оно было новым. Новое. Да вроде держится. Сколько мы? 25. Без потертости ты уже не скейтер.
пушечные кроссовки, чувствую, что взлетаю, как будто бы могу сейчас взлететь, до кольца достать, короче. Сама как кеда. Кеда отлично. Плоскость держит устойчиво. Каждое приземление на лайтах возится. Что, не порвались еще? Не, шнурки чуть-чуть скоро, наверное, уже протрутся. Но шнурки это расходник. Так что все нормально. Катаем дальше. Замши держит. Замши держит крепко. Но обратите внимание, как данки меняются просто в какие-то другие кроссовки, как будто Джорданы какие-то. Очень крутой материал. Интересный материал. Thank you.
passion. Cracking schools are bashing. I can wait you in the flash. I guard the gate so you won't pass. That mistake will be your last. I detonate the bombs I stash. Больше 70 раз сделали кикфлип и трёхов там. Хардфлипчик был. Вроде нормально. Кататься можно. Не нужно. Раздулось. Что могу сказать, отличные кеды, 100 кикфлипов и не только кикфлипов выдерживают, также и трехи, и килфлипы, и хардфлипы, фронтсайдфлипы. Стоящая вещь, чтобы гасить со ступенек, прыгать на рампах. Вот. Высокие кеды защищают твою ногу сбоку. Ничего значительного такого, просто подстертая замша, это классика такая. Где? Все на месте. Туркампис, да. И любимые уши. Я называю их ушами, потому что они вечно висят у дан веселых, высоких. Высокие данки с ушами. Такие лабрадоры. Крутые кеды.
Данк, USB, Hitch Pro, берите, пользуйтесь. Nike SB, статус качества. Да, такие ты в магазине не возьмешь, но у нас увидишь как. Во всяких премьерах, новых фильмах. Я специально выступаю на камеру под данки, чтобы было все красиво, парни. Ждите крутых трюков. Снимаем, стараемся, все для вас. Спот, бордшоп, данки, SB. Также бывает и low pro, бывают и низкие. Тестируем все.